началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня 38-летняя Светлана Лобода презентовала новую песню под названием «Молоко» и клип на нее. Режиссером музыкального видео выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, активно работающий со звездами российского шоу-бизнеса. Над клипом также работал широко известный на территории Украины и России певец и хореограф Монатик. Четырехминутное видео раскрывает драматические истории сразу нескольких семей, а сама Светлана будто наблюдает за всем происходящим со стороны. Главный посыл видео состоит в том, что даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда помогут родные и близкие люди. В конце ролика поклонников артистки ждал сюрприз. На финальных кадрах Светлана Лобода предстает в свадебном платье и фате. Некоторые, впрочем, нашли в новой песне артистки плагиат. Так, одним она показалась похожей на хит группы Сантана под названием «Мария, Мария», а другим — на песню Рианны «Wild Thoughts».